Дричерус Тауэр. Давайте. Так, я тут ем немного. Можем? Заберись на вершину горы, надеемся, что зона от планктов уже очищена. 20 раз она очищена. Я уже это вижу. Короче, пикап дистанс я промаксил как смог. Ух, ё. Ой, я не один пошел в эту игру. Еще кто-то пошел. Ну же. Так, по-моему, я там что-то видел, да, ведь? О! Надеюсь, по-любому будут враги. Да ладно, нету. Блин. Вниз так опускаться не очень удобно. Но того просит ачивка. Ой, игра. Точнее, кредиты, за которые я покупаю это все. Чё он не умирает, блин? О. Ёб твою мать! Вас тут много. Реал много. Не, ну короче, я советую купить эту игру в Steam за 3 рубля, пока на нее идет такая скидка огромная. Прикольная штучка. Блин, КП уже мало. Ой. Так. Блин, офигеть. Я чуть вниз не провалился. Отлично, теперь опять залазить. Давай. Ну же, братан. Ты можешь. Давай. Еще один шар находится в таком же месте убогом. Видимо. Да. А, даже несколько. Ой. Мазафак. Это та тварь из лавы, которая была вот. Ну вот и помер. Так. И еще. Е. По-моему, я здесь все собрал и всех убил. Да! 6К. Давайте пульс проапгрейдим на них. 8000 на новый апгрейд. Ну, писец просто. Следующая. Dead Ringer. Вот, опять музычка новая. То-то-то-то-то-то. Вот, взять все ключи энергии. Ни хрена себе, я пульс качнул, вы видели это? Офигеть! Просто всех за секунду стер. Ух, ни хрена, он землетрясением фигачит. Ой, еще и скорость атаки возросла от этого пульса. Но все равно вот этого гада я чуть пробил. Ну это обычные камушки. Вон корп. Давай, давай, ну, куда? Вот. Так, камни надо уничтожить. Антиматерия какая-то. Чё, тут нет ничего? Ясно.
А там наверху? Там, наверное, будет телепорт назад уже. Что, будет тут кто? Ясно. Естественно, будут. О, самый такой Рэмбо. Да, и, видимо... Нет, телепорт у нас не там. Все равно я там не вижу никакого энергетического ключа. Окей. А, нет, все-таки, походу, был там. Раз я один забыл. 5000, ну что, качнуть-то? Давайте... А что и Раптор повышает? Charge it up, let's go raise... Ага, увеличивает холм. Так. Бласт. Супер. Давайте супер прыжок промаксим немножко. Окей. Следующее. Shifty Sand. Ясно, в общем, цель та же самая. Да-да-да-да, найдите и вылечите древо. Ну, теперь мы должны все на одном дыхании проходить, раз уже цели повторяются. Собственно, игра за 3 рубля, а чего вы хотели? Ну, пока скидка, точнее, на нее идет, она сколько стоит. Опять эти фалосы. Блин, они еще и прячутся. Сразу. Да блин. Ну, умер. Е-е-е. Так, секунду, ключик. А, это не ключ. Блин, я уже путаюсь немного в этом. Опять это землетрясение небольшое посылает. Да умри ты уже. Но... О, так их можно убивать прикосновением, оказывается. Клёво. Есть что-нибудь? О, вижу. Блин, запрятали, конечно. Давайте еще поищем. Может есть. Да где-то здесь по-любому еще должен быть. Ну я же говорю, по-любому есть. Видите, 7000 очков. Нормально. И последнюю прямую. Вон еще. Видимо, все. Так, вылечили. Да-да-да-да, я понял. Ну все. 6 из 7. Я что-то еще забыл сделать. Ладно, давайте пульс промаксим. Йоу. Так, ну все. Следующее. Lake Bottom. Окей. Глубокое озеро. Так, собрать все ключи. Окей. Так, а куда нам нужно-то? Ладно, потом разберемся. Здесь, наверное, надо взять Раптор. А, вот как эти ключи подбирать-то нужно. Я, кстати, маялся, не знал, как это сделать. Да... Пошла вон. Да ё-моё. Иди отсюда. Вот как их поднимать. У меня когда-то просто залипание клавиш случилось, мне пришлось перезаписать серию. Поэтому...
О, все. Так. И что нам дали? А, Эраптор. Ну, Эраптор есть. Ну, вообще легко. Так, давайте проапгрейдим. Суперпрыжок и щит. Вот еще. White Drifts. Поехали. Перезимняя карта у нас. Абнахмед, ты должен уничтожить всех планксов в этой зоне, чтобы закончить миссию. Ух, ни хрена себе, камера что-то... понял. Опять эти дауны прыгучие. Блин. Блин, мочить их вот именно так, ну, всех вместе, я имею в виду. Это реально клево. Вот и все. Плюс у нас хп увеличено. Вон еще. О, новая способность какая-то. Блин, они утонуть не могут. Хреново. Вот что называется промаксил пульс. Так, это что у нас такое? Йоу. И эта атака не дает дэмэдж, но станет врага. И мы с вами не разблокировали только одну атаку какую-то, где нарисовано три сперматозоида каких-то Максима Поташева, не знаю. Ладно, не в этом пока дело. Ну. Надо еще потом будет глянуть, что за игра Ori and the Blind Forest. Я, наверное, записывать ее не буду, потому что уже поздняк. Так что... просто чисто для себя посмотрю. Я по-любому где-то забыл еще энергетические ключи, но все же... А, нет. Все взял. Так, 4. Давайте щит опять проапгрейдим. Light Source. Так, ну опять, короче, захилить деревца. А, вот эти, три сперматозоида Максима Поташева. Сикер атак. Удерживайте атаку. О, ух ты! Нифига себе, наводящиеся ракеты. Слушайте, прикольно. Вау. Нифига, я себя прям чувствую тинкером. Слушайте, надо будет это промаксить их, если еще есть миссии. Конечно. Ну ладно, пока слабенький урон, я предпочитаю использовать пульс все-таки. Лол. Йоу! Вас еще как много-то? А, ну да, этот даун свалил. Как меня покусывать, блин. Блин, они такие звуки неприятные будут. Ну все вроде, да? Да. Ни хрена там секта. Слушайте, а вас тут не очень много. Так, дерево отхилил. А, все враги сами уничтожились, понял. То есть я мог не тратить на них время, да? Окей. Два шара забыл. Так, ну и щит проапгрейжен, и давайте грейдить... как он там называется? Стан? Нет, сикер, вот, сикер. Давайте сикер. Так, next. Down in the bayou. О, болото какое-то.
Опять же, уничтожить всех флангсов. В общем, теперь все задания однообразные, никакого геймплея, никакого разнообразия вообще нет. Тупо бегаем, уничтожаем всех флангсов. Опять же, музычка другая. Ух, ё, ты кто? А кто меня только что убивал? Я не видел. Я только что куда-то стрелял, но куда именно? Ух, ни хрена там волна прокатилась. Ух, ни хрена. Ух, ни хрена. Слушайте, ребят, что-то мне кажется, у вас что-то... Ну так, слегка, ну чуть-чуть совсем. Многовато. Хотя не, фигня. Всех осилим. А, вот кто меня атаковал. Вот эти мелкие дряни. Так. И вся эта параша уничтожена. Отлично, надо... Надо взять. Я не могу просто пройти мимо. Взял. Кстати, против этих мелких хорошо бы пошла вот эти вот сикерс. Я думаю, эти двое последние остались. Еее. Нигде ничего не пропустил. На, насрать. Если даже пропустил, ничего страшного. Да, 5 шаров целых пропустил. Так, Максим. Максим, блин. Так. Рейни Рамбл. Это следующее. Справился хорошо. Мы взяли Мидон регион под контроль. Осталось последнее. Так, все это пропускаем нахрен. Давай. Ты, Кастер, Абнахмед. Это Абнахмед! А, это оно Абнахмед, точнее. Так, короче, я все пропустил, я не знаю, что надо делать, но сейчас что-нибудь придумаем. О! О! Это гриб. Ёб твою мать! Короче, я буду тупо этот гриб уничтожать. Опа, он поднялся. Или это не гриб, это какое-то странное дерево, может быть. Вот это все-таки дерево. Так. Он еще жив. Все. А, окей. Ну да, это гриб какой-то. А, я понял, чем он ко мне ближе. Короче. Если гриб ко мне почти вплотную, я получаю от него урон. Он меня тупо к себе притягивает.
Все. Ну, вроде все, регион под контролем. Нам осталось только взять наши боевые баллы, типа. Ура! Ура! Боже, сколько их тут! Вау! Я просто в шоке. Так, давайте, все в меня. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, 10 тысяч наберем. Берем. Однозначно. Е, 10 тысяч, так. Ну, давай. Блин, вот тут еще. Кто-то еще? Нет? Ну ладно. Ну, типа того. Ледония Chronicles разблокирована. Выберите ее в меню. Ну, 10 тысяч. Сикер. Так. Что-нибудь, короче, еще крадем. Ладно, окей. В общем, мы с вами прошли полностью вот эту вот долину. Хочу сказать то, что это клево. Мне понравилось. Мне очень даже понравилась игра. Ну и если вы хотите увидеть что-нибудь еще подобное по этой игре. Ну, например, хронику. Я не знаю, буду я ее делать или нет, но всякое может быть. Поэтому на этом игра заканчивается. С вами был Спектр. Всем пока.